первых вопросов, которые вы будете задавать клиенту перед, ну, там, агентству, да, перед началом подсчета бюджета, это право на актера. Потому что это самая, так, ну, то есть это самая, ну, такая распространенно затратная статья в этом бюджете, актерские права, и они сейчас, слава богу, на самом деле, очень здорово придут, потому что там лет 10 назад это все можно было еще спустить. Сейчас уже все о своих правах знают. У актеров есть ставки, у актеров есть расценки, у актеров есть все эти прописанные уже рыбодоговоры, они точно уже там из агентства в агентство переходят. Это уже все давно утверждено. И вот эти права, потому что, опять же, по опыту клиент любит заплатить маленькие деньги, а потом прописать в договоре с вами, да, что навсегда, навезде, что называется, а эти права очень дорого стоят. Ну, то есть, грубо говоря, они хотят использовать актера всю жизнь на любом носителе, которым им захочется, да, а актер не всегда согласен, что логично, имеет право, да, все-таки свое лицо получить деньги. Такие, ну, как постоянно происходят такие подалово, извините за словечко, да, с клиентом, потому что, конечно, всегда пытаются, они всегда пытаются урвать максимум за свои деньги, что как бы тоже логично. Мы всегда пытаемся все-таки как-то отстоять честь и доблесть наших подрядчиков, с кем мы работаем. Все всегда поэтому прописывается, и, собственно, так как расценки на рынке существуют у актеров, они тоже у них градация, по тем же самым принципам. Сколько лет эфир, да, где, там, Россия, СНГ, это тоже градация по ценам. ТВ, интернет, я не знаю, какие-то кабельные вещания, выставки и так далее. То есть это тоже все прописывается, все носители, на которых. Поэтому, когда, то есть этот год Россия, ТВ, интернет, самый стандартный, да, на вот каждой из этих позиций будет иметь какую-то цифру. То есть гонорар в целом будет складываться, вот, приплюсовываться год, Россия, ТВ, да, поэтому... В идеале еще плюс съемочный день, но сейчас что-то они забывают. Нет, ну как, подожди, если у тебя один съемочный день, то у тебя гонорар включает. То есть этот гонорар обычно включает съемочный день. Если у тебя там 2-3, то в общем-то, да, в принципе, по расценкам, по ну, каким-то там нормам, да, считается, что первый день включает гонорар, а дальше плюс там, ну, там в зависимости от, ну, там в среднем плюс 10, плюс 15 тысяч рублей съемочный день у актеров, ну, так, в среднем. Другое то, что может быть не договариваться. Ну, то есть просто вы поймите, что вас имеют право это попросить, поэтому лучше, наверное, заранее это говорить, да, что вот у меня есть 2 съемочных дня, у меня есть 2 съемочных дня, вот такие права, вот такой гонорар. И кастинг, то есть сразу заранее говорится, и кастинг директор в принципе вызывает тех людей, то есть также напрямую сразу сообщая об этом, и приходят на кастинг те, кто изначально согласен на эту сумму. Ну, то есть те, кто не согласен, скажут, ну и не приду я к вам, да, извините, я не могу, заболел так. Поэтому у вас, в принципе, всегда будут уже сразу люди вызваны, которые будут по бюджету.